Лекторий «Прямая речь» представляет. Юрий Рост. Достоверный человек. Как принято говорить, я пребываю в волнении. Что это такое? Это такое, знаете, будет вечер. Любой вечер – это вечер воспоминаний, потому что то, что сейчас происходит, вам не интересно, вы участники этого. Вы просто сидите и слушаете, а я буду вам рассказывать куски своей жизни. Такой период вообще скучноватый. Не в том смысле, что развлечений мало. Развлечений, как вы видите, у нас немало. А уходят просто люди, которые, собственно, и составляли мою жизнь. То есть, если разобрать меня так на части или представить целиком портрет, то он будет состоять из довольно большого количества маленьких портретиков. Юра знает, вот Юра Феклистов, замечательный фотограф, замечательный, да. У него огромная фототека на нас, на всех. Окажется, что весь мой этот портрет, он состоит из этих людей. То есть, возможно, я сам тоже произвожу что-то. Но скорее, основное качество – это отражение. Впитывание и отражение. И все мои достижения – это достижения любви и дружбы. Клянусь вам. И поэтому сегодня, несмотря на то, что я потерял очень много друзей, практически весь основной массив друзей ушел. Ну, потому что многие старше меня, да и сам, в общем, уже престарелый ценз, как сказал один замечательный человек, когда я приехал в Донскую станицу и записывал песню про охотника, я вам не буду петь, а в островах охотник, и последний куплет мне эти тетки замечательные не спели, сказали, поезжай в Кружилиху, там есть человек, казак Топилин, он знает последний куплет. Я поехал в Кружилиху, перешел через Дон, встретил женщину, которая сидела на телеге. На телеге стоял домик, в домике был хлеб. Она развозила замечательный кружилинский хлеб. Я спросил, где казак Топилин? Она меня спрашивает, а зачем вам наше престарелое достояние? Я говорю, ваше престарелое достояние знает песню про охотника. Песня очень симпатичная. В островах охотник целый день гуляет, ничего не найдет, целый день там пытается охотиться. И вдруг он увидит девушку, лежащую на траве. Лицо ее белое, убрано цветами, а грудь ее нежная, дарена судьбами. Он ее стремился, чтобы не разбудить, будить, а не шумите, братцы, пусть спокойно спит. Девчонка проснулась, охотника видит, оробевши говорит, чем хотел обидеть. Дальше она ему говорит, что, дескать, убирайся дальше от моего жилища, здесь ты не найдешь то, к чему стремишься. Значит, естественно, что должен казак сделать? Ну, воевать за любовь, которая внезапно проснулась. Но казак, он был настоящий, он сказал, ой, Бог с тобою, ей молодец сказал, пожал правую ручку и прочь ускакал. Вот, собственно, за этими двумя строчками я и поехал туда, в эту самую Кружилиху. Эти связи, которые я наработал за свою жизнь, они меня грели, и они были иногда случайными, иногда они были продиктованы вот этой судьбой моей. Ну, первый оказался дед из деревни Пинега. Я просто хотел, чтобы вы посмотрели на этого человека, потому что он не верил в существование всяких банников, водяных. Там такая была история интересная. Там сохранилось, все сохранилось, как в прежние времена. То есть сама культура народная. Я вообще не знаю, что такое народ, и мало кто может определить это. Я даже думаю, что, скорее всего, народ...